Так, поиск противника, ретвороид, каток, американская мечта. Так, нажмем на продолжение. Вторжение инопланетян. О, вторжение инопланетян. Так, ладненько. Сейчас посмотрим, что будет. Коровы вот эти вот. Ух ты, все, меня повезло, повело, то есть. Коровы сожглись, а чё коровы-то сожглись? Смотри, коровы зажигаются. На тебе, щелкнули мы его. Ух ты. Ага, продолжение у нас. А, нет. На катке я сейчас щелкнусь. Ах, ты смотри, какой он быстрый, а. Смотри, как он хочет победить. Как он хочет победить, ребята. Ах ты, ё-моё. Что это еще за подставка валяется здесь? Так, американская мечта. Ну давай, не подведи меня. Щелкни. Щелкни ему по голове. Есть. Один раз щелкнули. О-о-о, не-не-не-не. Уезжаем отсюда. Ай-яй-яй-яй. Нет, ты зачем щелкаешься-то, ё-моё? Давай. Ну, давай еще немножко. О, он сейчас этот... Он сейчас утонет. Есть, утонул. А я не могу что-то с НЛОшки этой вылезти. Ага, спасибо. Да. Полетели. Ох ты, все, я улетел. Так, вторая жизнь, ребята. Нет, красный выиграл. У красного победа. Ну что ж, Бразилия, ребята. Я люблю Бразилия, написано. Так, ускорение у нас опять-таки не получается. Полностью ускориться. Ну да ладно. Ну давайте посмотрим трассу эту, Бразилия. Ох ты, ё-моё. Так, евро. Я люблю Бразилию. Нифига себе. Я люблю Бразилию. А вот и море, смотри. О, море, говорю. Это не море, это океан даже. Атлантический океан, смотри. Ага. Видно даже отсюда. Так, это жетоны я возьму, спасибо. Надо будет еще, кстати, в Калифорнии поиграть. Там надо будет выбить первое место, и нам какое-то улучшение для машинки дадут. На все машинки будут улучшения. Так, взяли бензика. Хотя бензика нам хватает. Так, ускоримся. Опа, тихо. Аккуратно. Эй, гада. Смотри, что творят. Что творят они? Так, жетоны. Есть, собрали все жетоны на карте. Так, и еще ускорение. Четвертый еду. А у нас, ребята, последний круг. И я еду четвертый. Нам нужно, да, как минимум вторыми приехать. Я люблю Бразилию. Хорошая карта, мне нравится. Красивая, кстати. Облака вообще офигенски сделаны. И мы, ребята, сейчас должны занять первое место. Так, это тоже чувак ускорение использует, а? Они все-таки стали использовать ускорение, наши враги. Ух ты, ускоритель профукал. Да, там был реально ускоритель, рядышком лежал. Приехали пока только третьими. Ну, ничего страшного. Итого у нас 1700 жетонов. И еще добавляется 115 жетонов. Хорошо. Выбираем машинку и едем. Поехали. Так, против зомбаков играем. Так, вот такой вот у нас мощный машинки. Машинка. 26 минут где-то будем играть. Ага. Ну, штук 5. Штук 5 зомбаков сейчас убьем. И нормально будет. Ой-ой-ой, главное нам не разбиться. Так, у нас вот это... Я как бы на вот этом мамонте далеко обычно проезжаю. Так, вот вторая база. Вторая база. Сейчас мы зомбаков всех постреляем. Так, а ну-ка. Вот, лотерейный билетик есть. Отлично. Ох, нифига он скорость развивает на самом деле-то. Неплохо так. Хорошо. Главное не забывать нам кружиться. Ух ты, ё-моё, смотри, что творит. Ага. Что-то его постоянно заваливает в одну сторону. Опа! Отлично. Кувыркнулись мы так. Все, летим к победе. А вот и ускорение у нас. Отличное ускорение.
Так, давайте теперь назад. Бэкфлип сделаем. О, а бэкфлип у меня получается лучше, чем фронтфлип. Назад, когда я кручусь назад. Хорошо. Оп, отлично. Так. Есть. Покрутимся, покрутимся, покрутимся. Еще раз. Нормально. Это мы уже далеко, кстати, проехали. Кстати, мы хорошо едем. Вот мне нравится вот этот мамонт. Ух ты, что мы там сделали, я не понял. Подожди, сейчас я на паузу нажму. А, Total 200 Tricks. Я не знаю, что такое 200 Tricks, но что-то мы сделали. Офигеть, 200 штук. 200 штук чего-то. Непонятно чего только. Может, кувырков? Ну, вообще-то я не знаю. Так, все, четвертая база. Видишь, на мамонте я не знаю, почему так. На мамонте я далеко проезжаю. Угу. Вот, и жирненького мы убили. Хорош, хорош. Сейчас мы вообще, может быть, пройдем на шестую базу. Главное не разбиться нам. О! Нормалек. Нет, разбились. Да ё-моё, чё ты переворачиваешься так часто? Всё, приехали. 267 монет. Хорошо. Так, мы вроде бы прошли, не знаю. Давайте ещё следующую пройдём. Выберем. Бейте натиск 12 волн врагов, чтобы открыть. Нифига себе. Либо за 12 купи, у меня нету столько. Ну давай возьмем, давай вот армаду, вот эту возьмем. Она мне больше нравилась, чем вот эта вот. Хотя это получше. Ну давайте, ладно, еще раз с армадой поедем. Попробуем. Получится или нет. Так, ну сколько мы уже волн-то отбили. Так, ну сейчас будут маленькие малыши. Малыши, это не так страшно. Так, где они? Вроде никак. А, вот, едет, малыш. Ай, гады. Так, есть, готов. Одного мы уничтожили. Вот, второй едет. Так, есть. Надо, главное, максимально побольше стрелять, чтобы уничтожить. Хотя вот эту первую волну пройти. Сколько мы вообще волн-то прошли, ребята? Кто вообще считал? А, никого нету. Все. Титаны сейчас пойдут. О, нет, вот еще они маленькие. Я думал, я маленьких всех уничтожил. Нет. Едут. Откуда вас? Откуда вы беретесь? Так, вроде бы еще. Да. Все, кончились. Да как так? Вы что, серьезно, что ли? Сколько у вас там было-то? Вторая волна. Первую волну мы прошли. Я так понимаю. О, огнеметики, вонючки, огнеметики приехали. Ладно, сейчас я здесь попробую где-нибудь встать, чтобы они до меня не касались огнем. Хотя это очень сложно. Все равно касаются. Ладно. Будем немножечко отступать. Еще столько же танков, огнеметов должно быть. Да. Ждем. А, нет, титаны пошли. Ё-моё, вонючки. Давайте вот так вот сделаем. Вроде бы они меня не достают, титанчики. А я-то их хорошо достаю. Но титанов много. Как хорошо. Всё. Следующий, кто там следующий будет? Ждем. Все, едут. Едут, ребята, едут, наверное. Да, вот они. О, это вообще нехорошие. Это нехорошие, ребята. Как же мне от них отбиться-то, а? Ё-моё, смотри, что творят-то, а? Что они творят?
Снаряды отскакивают. Ёлки-палки. Снаряды, ребята, отскакивают и все. Ладно, будем здесь стоять. Была не была. Прорвемся, не прорвемся, не знаю. Но танков я смотрю много. Танков очень много. Ёлки-палки. Так, а ну-ка, тихо. Да как же мне с вами-то совладать-то, ребятушки? Да как здесь пройдешь-то, я не знаю. Зачищено 3 волны только. Не знаю, прошли, не прошли.